Британский премьер-министр Борис Джонсон послал руководству Евросоюза письмо с просьбой об отсрочке Брексита, однако его не подписал. Вместе с ним он отправил еще одно письмо, уже подписанное. В нем он сообщил, что не хочет отсрочки, а также, что не будет вести об этом переговоры с Брюсселем, передает НТД ТВ. На такой шаг премьер решился после заседания парламента в субботу. Британские законодатели, решившие впервые за несколько десятилетий поработать в выходной, должны были рассмотреть новый вариант соглашения о выходе. Его ранее утвердил Борис Джонсон. Законодатели не прислушались к словам премьера и приняли поправку, которая запрещает голосовать за договор до тех пор, пока не будут предприняты все законодательные меры против неконтролируемого выхода. После этого Борис Джонсон по закону обязан был попросить отсрочки у Брюсселя. В сопроводительном письме премьер отметил, что будет стараться провести через парламент согласованный вариант сделки. Он также выразил уверенность, что успеет до 31 октября. Вместе с двумя письмами в Брюссель также отправили записку, в которой отмечается, что просьбу об отсрочке были вынуждены отослать только ради соблюдения закона. Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ написал, что получил запрос об отсрочке Брексита и начинает консультации.